Китай выражает сильное недовольство и выступает решительно против безответственных высказываний президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня на случай вторжения. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин сегодня на пресс-конференции в Пекине. Эту информацию агентству Nazarnews предоставило китайское агентство CCTV+. Данное заявление сделал Джо Байден 23 мая на совместной с премьер-министром Японии Фумио Косидой пресс-конференции в Токио. Китайская сторона выражает сильное недовольство и решительный протест в связи с высказываниями американской стороны. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Тайваньский вопрос является сугубо внутренним делом Китая, и никакая сила извне не имеет права в него вмешиваться. В вопросах, касающихся основных интересов Китая, таких как суверенитет и территориальная целостность, Китай не оставляет никакого места для компромиссов или уступок. Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и сильную способность китайского народа защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность. Не становитесь на сторону, противоположной полуторамиллиардному китайскому народу. Мы призываем американскую сторону соблюдать принцип одного Китая и положение трех совместных китайско-американских коммюнике, добросовестно исполнять свои обязательства, не поддерживать так называемую независимость Тайваня, проявлять осмотрительность в словах и делах по тайваньскому вопросу и не посылать неверный сигнал силам, ратующим за так называемую независимость Тайваня, во избежание нанесения серьезного ущерба ситуации в Тайваньском проливе и китайско-американским отношениям. Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности. Мы всегда выполняем то, что говорим. Бахыл Кулчуманов, Акыл Уланбекулу, Nazarnews.